Реализовывать двоичный поиск на практике требуется довольно редко, потому что в стандартной библиотеке большинства языков есть какая-то его версия. В случае языка Python двоичный поиск находится в модуле bisect. Давайте мы им и воспользуемся. В модуле bisect находится несколько функций, мы воспользуемся одной из них, называется она bisect_left. Казалось бы, откуда в названии функции left, и если есть left, наверное, есть и right. Чтобы понять, откуда left, нужно подумать о списке с повторяющимися элементами. По условию задания у нас таких списков нет, но вообще в природе они встречаются. В такой ситуации всегда важно понимать, какой индекс мы получим, если искомый элемент в списке встречается несколько раз. Bisect left, будучи вызвано с двумя аргументами, возвращает нам некоторый индекс low. Что это за индекс? Это индекс, все элементы левее которого меньше искомого, а все элементы правее больше или равны искомому элементу. Как мы можем это использовать для реализации функции findPos? Использовать можем вот как. Если индекс, который вернула bisect_left, меньше размера списка, то есть это корректный индекс, и по этому индексу записан искомый элемент, ну, значит, ура, можно вернуть low, увеличенный на единичку. В обратном случае элемент мы не нашли, и все, что мы можем сделать, это вернуть минус 1. Весь остальной код можно удалить. Проверим новую реализацию. Для начала запустим на примере страницы задания. Мы видим, что все хорошо. Ну и для чистоты запустим тест тоже. У теста возражений нет.